Кто-то уже пересадил своих красоток пеларгоний, а я только начинаю. Ну, я, правда, там уже попересаживала. Смотрю на это и прям уж душа радуется, что надо пересаживать. У всех уже, видимо, почва закислилась. Корешки у всех хорошие. Бедняги. Как они еще там живут? Точно бедненькие. И все вот спрашивают у меня, какой грунт я сажаю. Я сажаю вот перегной. Чисто перегной. Ему, наверное, если не соврать, года 4-5 он перепревал. Он сам по себе такой рыхлый. Ничего не добавляю. Вот как он есть, я его ворошу так, так и сажаю. Одной рукой, правда, сейчас показывать видео не смогу. А подержать телефон тоже некому. Ну вот они обрастают. Ну, если не ошибаюсь. Сейчас скажу, сколько они обрастали после подвала. Наверное, месяц. Да, может, чуть поменьше. Ну, это только немножко, грубо говоря, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 сортов только. У нас их очень много. Также все сейчас пересаживают, пересаживать и пересаживать. Пересаживаю я уже, наверное, день, наверное, второй, либо третий. А, да, сегодня третий день, как я пересаживаю. Ну, что поделать? Будем пересаживать красоток.